Такое пепелище осталось после пожара в лесу в минувшие выходные. Причину установить невозможно, так как очаг возгорания распространился на полгектара. Несмотря на оперативность прибытия лесных пожарных, ликвидировать его стало возможным только через 2 часа. Всего в лесах округа произошло 8 пожаров. По сравнению с прошлым годом статистика меньше – было 22. Но это никак, увы, не связано с сознательностью граждан. Природа сама себе помогла. Благодаря снежной зиме накопилось большое количество воды в почве, но 2 недели жары без дождей превратили ее в бомбу замедленного действия. В лесах сухо, любой выброшенный окурок может привести к серьезному пожару. Минувшие выходные произошло 2 пожара близ деревни Нажицы и на территории Ильинского лесничества. Каждый из них тушили несколько часов. В зоне особого внимания торфяники. В нашем округе их площадь 197 квадратных метров. На водоемах и в СНТ проводятся профилактические рейды.